Аут от Зарьянова. 25 номер, это Семенов Михаил, проходит, скидка на мяч, чуть не потерял. Зарьянов там под кольцом мог блокировать, трешку попадает. Это первый мимо. Второй бросок. 24-м это Лукава. Уже трешку он забил сегодня по передаче на Морозова. А там же 77-й номер. Это был Семенов. Не могу запомнить фамилию Семенов. Когда бы такая простая. Так, 20-й номер. 7-й. Здесь Лукава. Ну, ваут мяч не ушел. Передача Ани. Трешку 10-3. Празднует Аники на этот момент. Безусловно, красивая. Дарьяна в стрешке. Замену можно? И еще, да, сидит Дарьянов против Антона Морозова. Промах. Передача идет на 25. Промахнулся. Аникин. Здесь передача на Семенова. Семенов. Скидка. Бросок Морозова. Лукьянов. Лукьянов. Ну, номер это Архипов. Архипов дает на 20-го номера Лукьянова. Лукьянов набирает 2 очка. Лукьянов свои. Вот и сейчас в защите свалил 11 номер Сангарда. Свалил Епремкин Сергей. Толкается. Сангарда будет продолжить атака Мэверикс. Михеев с мячом. Ему Пахомов ставит заслон. Михеев. Михеев. Под кольцом хорошо. Чуть Михеев мяч не потерял. Пахомов с трехи промахнулся. Михеев подбор и забивает. Не вышел 27-й, но... Да, 27-й, это Морозов, не Семенов. Бросок в трешку. Демченко мяч теряет. Перехват Зарьянова. Зарьянов отдает здесь 7-й номер. Нашел Зарьянова снова. Зарьянов... 15. Уже 27-17. Уже плюс 10. И может ли команда Даллас сделать плюс 11? Посмотрим. Аникин мяч теряет. Но атака продолжится Далласа. Там попытка перехвата была. Они атаку. Но в итоге ничего у них не получилось. Вот теперь. И теперь Михеев перехватил. Оф, и бросок с трешки. Промахивается Зарьянов, подбирает футбэк красивый. Промах у Дичкова был. Пришла замена, Бобрышев сел, вышел 20-й номер. Это вышел Лукьянов. Дичков сейчас отдал пас на Коваленко. Снова Дичков мяч, Дичков отдает там. Лукьянов, 34-23 в пользу Dallas Mavericks, Лукьянов проход и бросает, красиво проходит, но Михеева возвращает, но там Зарьянов выиграл подбор, и, но, наверное, записан он будет все-таки Меренкову. Сейчас несколько хороших владений, и отставание уже не 12, а 7 очков. Легко, Вась, центр так легко не какой надо. Быстро, давай. Атака Сангарда. Осталось 2 минуты до конца четверти. Лукьянов забивает Зарьянов был сделан. То есть броска будет всего 2 штрафной. Счет 37-29. И будет 38-29. Ленка промахнулся. Семенов идет с мячом. Семенов, там передача не увидел на кого, на Морозов. Дальше Демченко скинул обратно.
Морозов. Передача на Демченко. Демченко скинул на Семенова. 40-30 уже. Будет ли 31 у Сангарда? Сейчас узнаем. Демченко сейчас бросает трешку. Блокшот сейчас был от Зарьянова. Хотя, может быть, блокшот-то не будет записан. Он точно помешал. В защите хорошо отыграл. Шеф со средний промах. Подбор пытается забить там. Лукьянов их забивает в итоге. Себе пару подборов еще записал. Лукьянов, Евростеп на Бобрышева. Скидка. Бобрышев попадает. Средний. Счет 45-38. И 5. Ну, второй бросок. А второй уже. Лукаву снова Аникин. Аникин отдаст здесь на Морозова. Морозов трешка. Сюда ее. 9. Мэверикс впереди. Причем Архипов. Передача на Лукьянова. Лукьянов с трехи. Хорош. 99 номер. Да, Михеев. Ответ Сангарда. Хороший ответ от седьмого номера. Дичков забивает 2. Больное лицо сейчас сделал Лукавое. Как будто потеряли они все шансы на победу с этим промахом. Зарьянов поднимает Морозова, бросает. Бросать не стал. На нем очень хорошо Ефремченко к нему подошел. Не показал. Нет, не бросай здесь в моем присутствии. И Аникин трешка, попадание. Аникин на Михеева. Михеев чуть мяч не потерял. Мяч снова у Аникина. Аникин очень хорошо сейчас откачнул седьмого номера, а именно Дьячкова. Аникин с мячом. Дьячков отставание. И, конечно, сейчас надо Сангарду вылучаться. О, как! И 4 передачи. Играет он достаточно ярко. Мяч сейчас снова у Сангарда. Там было... Так и за 4,5 остается примерно то же самое. Демченко с мячом один. Стоит и трех забивает, конечно. Теперь мяч. Мяч у Архипова. Бобрышеву мяч возвращается. Демченко чуть мяч там не перехватил. Зарьянов с трехи. Зарьянов поднял Морозова. В проходе не забил, к сожалению. Красивый момент был бы. Лукаво идет, пас в разрез на Морозова. Пас проходит. Морозов много сегодня забивает. Он уже забил. Демченко с трехи промахнулся. Пас идет на Бобрышева. Бобрышев здесь набирает 2. И Семенов. И второй ровно так же.